Первый урок дефиле и мастер-класс по пошиву обережных нарядов провели в Одинцовском культурно-спортивном центре «Мечта». Мероприятие организовало местное отделение Союза пенсионеров Подмосковья в рамках предподготовки патриотического проекта «Золотое время». Эта организация в этом году исполняется 30 лет. И в честь празднования такого нашего события мы рискнули участвовать в проекте на президентских грантов. Занятия по пошиву одежды и дефиле в нарядах станут регулярными. Виолетта Козырская непременно будет применять новые знания по созданию таких нарядов на практике. А дефилировать ей уже приходилось. Так как я все-таки, мы, наша группа «Винтаж», участвовала в нескольких показах в Москве, но там была совсем другая одежда. Мы тоже шили сами, и поэтому мне очень интересно стало шить именно обережную одежду. Занятия рассчитаны на полгода. Будут проходить по средам с 11 утра до 15:30. Цель проекта «Золотое время» – сохранить и укрепить традиционные российские духовно-нравственные ценности. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».